Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, и что же у нас получается? Все достаточно просто. Сегодня у нас обзор, новые локации, новые гильдийные локации, которую мы очень давно ждали. Посмотрим, что из нее получилось, но в целом, конечно, ничего воодушевляющего у нас на данный момент не происходит. Чуть позже объясню почему, да и в принципе те ребята, которые заходили уже в новую локацию под названием Нарсия, Эра Войны, если не ошибаюсь, могли понять, что в ней существуют некоторые проблемы, которые, надеюсь, разработчики в ближайшее время исправят, они будут это дело тянуть до следующего обновления, которое произойдет через месяц. Меня зовут Саша, усаживайтесь поудобнее, расчехляйте пельмешки, наливайте молочка, и все у нас будет хорошо. Поддержи все это дело княжеским лайком, не забудь подписаться, спасибо большущее спонсорам, и что еще хотелось бы сказать, колокольчик проверь, чтобы уведомления все приходили. Сегодня выйдет видео с прокачкой моего берсеркера, друзья, и там я буду его качать по приколу, угарной сборкой, и дальше выйдет видос с прокачкой силы, посмотрим, сколько получится бустануть силы, потому что ресурсов у меня достаточно мало, так что сегодня следим за моим каналом, подписываемся на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить видео, и чё, ну полетели, друзья, да, и стрим вечером по битве замков, зайдите, может там чем-нибудь позанимаемся, может в той же новой локации будем ходить. Так, для меня, конечно, очень много вопросов разработчикам, как так произошло, но тем не менее, вот у нас сегодня событие, атака фортов сейчас, уже все, она прошла, окей. Нарсия, Эра Войны, заходим, смотрим, что у нас получается, и ты такой заходишь и не понимаешь, а что за херня, типа, а где вообще все пачки, что происходит, да, а тут бац, сори. Вообще, с хера ли я должен покинуть, если я сюда не заходил? У меня вопрос. Ну, то есть, помните вот эти вот баги изначальные, которые, грубо говоря, были на Тайване? Когда у тебя не видно захваченных клеток, когда у тебя не видно пачек, какие пачки куда прутся. То есть сейчас у нас почему-то это происходит на русском сервере. И у меня реально вопросы. Вопросы к разработчикам. Какого хрена? Я, конечно, понимаю баги, вот это вот все. Но, во-первых, да, у нас не отображаются клетки, у нас не бегают... А, вот, смотри, здесь что-то показывается, да, Voice of Freedom бежит. А здесь просто показывается, что... Ну, хотя, может быть, просто показывается, что на этой клетке есть войска. Не знаю. Ну, смотрите, это очень все странно. То есть тебе снова надо вот так вот протыкивать, как это было на Тайване. Но, по крайней мере, вот здесь на некоторых клетках показываются противники, то, что они стоят на базе. И почему я, мягко скажем, удивлен, и почему я злой? А по той причине, что, да, на Тайване были эти проблемы, их потом взяли, впоследствии исправили, и локация начала нормально работать. Ну, я видел это на видосе у Андрюхи Рылева, я уже это посмотрел, я не стал свое видео записывать. Думаю, ладно, уже дождусь, короче, обновления на русском сервере, тогда нормально поиграю. Вот, но у нас по факту, да, то есть они выпускают локацию, почему-то у нас почти такие же баги, как были изначально на Тайване. И тут, ну, справедливый вопрос к разработчикам. Ну, ребята, ну какого хера, как так происходит? Ну, причем, я, конечно, не программист, я не, там, не знаю, не девелопер игры. И, возможно, я многих вещей не понимаю. Но мне, как простому обывателю, как игроку, становится непонятно. Если вы смогли выкатить на Тайване версию игры, в которой это все дело не глючит, у меня, конечно, огромнейший вопрос... Почему это глючит здесь? Смотри, тоже, вот сейчас что-то, вот сейчас начинает что-то показываться, как-то оно все раздуплилось, то есть, вот, смотри, ну, то есть, мы видим противника, да, мы видим клетки противника, здесь, к примеру, ничего не видно. То есть, это, ребят, не гайд, это вот первый раз я захожу в игру, буду пытаться вместе с вами что-то сделать. Ага, то есть... Игра хочет сказать, что хулиганы толком ничего не захватили. Ну, нет же, ну, это бред. И...
Ну давай, ладно, давай ради интереса, эксперимента ради. Может, она сейчас, конечно, игра раздуплилась, что-то тут мы начинаем видеть. Видите, как пачки Voice of Freedom начинают гулять. Но, как бы, давай перезайдем, посмотрим, что будет, если перезайти в игру. То есть, ну как вы так выпускаете? Ребят, мы же, вот, понимаешь, я ждал эту локацию. Пипец как ждал, я думал, вот кайфану сегодня, видос запишу, возьму, потом еще на стриме побегаю. А вы просто взяли мой кайф, на самом деле обломали. Да, то есть это, ребят, не... Вот, все, типа, блядь, князь, пошел нахер. Все, сиди тыркой. Ладно, потыркаю, окей. Тут причем реально какая-то клетка типа мной занята. Ну давай я, типа, отход невозможен, только лидер гильдии или вице-лидер могут принять об отходе клеток с ресурсами. Серьезно? То есть, она, ну как бы локация, наверное, изначально, конечно, прикольная. Она прикольная, но у меня реально вопросики. Ну, блин, взяли бы просто тупо, скопировали с Castle Clash New Dawn. Добавили бы пару фишек с этими замками, и было бы прикольно. То есть в Castle Clash New Dawn там есть боссы. То есть там есть мобы, которые там охраняют какие-то ресурсы. Ты можешь их напасть, ты там гильдии можешь там на главного дракона идти и воевать. Это все классно. Ну давай, я не знаю, протыркаемся. Протыркаемся, новое слово, да, у нас в игре. В битве замков протыркаемся и посмотрим вообще, что как происходит. То есть, ну, заре, вот тут замок Бэтгайса 3-го уровня. А наш замок какого? Тоже 3-го уровня. Мне вот так вот надо тыркать. Мне не знаю, надо смотреть, чтобы игра раздуплилась. Вот тут какая-то гильдия противника. Ну, то есть, окей. Многие там могут сказать, что награды плохие. Хотя, в принципе, они на самом деле и неплохие. Они, ну, нормальные. Но для таких фанатов игры, как я, тут даже скорее не самая главная награда, а именно сам соревновательный процесс между гильдиями. Это самое интересное. А что там по наградам, уже как бы дело такое себе. То есть, к примеру, если бы атака фортов была классной локацией, которую не испортили бы, мне бы даже было, ну, все равно на, как бы, на награду. А у нас на атаке фортов, в принципе, получается, что и награды говно устаревшая, и сама атака фортов запоротая по полной программе. Мы же, к примеру, на битве гильдии, да, стоило бы на битве гильдии поменять награду, но, тем не менее, мы же не понтуемся, мы ходим, да, потому что там еще что-то как-то осталось повоевать. Но, по крайней мере, у нас, нам, хулиганам, интересно с монархами повоевать, потому что там то монархи выиграют, то мы выиграем, то, ну, есть какой-то соревновательный процесс. Но тут, смотри, ну что это, ребят, разработчики, где фиксы, почему они не выходят? Мне очень хотелось бы надеяться, что вы в ближайшие дни это все пофиксите. И нам не надо будет ждать месяц или целый сезон этой локации. Но это бред. Так, тут у нас 3 топа. И что самое интересное, в общем топе хулиганы на 37-м месте. Да и в принципе неудивительно, да? То есть у меня лично желание вообще пропало заходить сюда из-за этих глюков. У меня нет желания сидеть вот так вот дрочить, короче. О, ну посмотри. Ну просто, ну офигенно, блядь, спасибо. Не знаю, сегодня на стриме будем сидеть, наверное, как-то разбираться. Сейчас я, с вашего позволения, захвачу воду, потому что, как я понимаю, воду в самом начале нужно захватывать для того, чтобы у тебя было больше возможности путешествовать в дальнейшем пачками. Ну да, то есть мне надо протыкивать. Я сейчас создам пачку, а я не знаю, куда идти. То есть, ну смотри, вся вода занята, да, вот куда я не тыркни. Мне надо вот протыркивать. Здесь уже какой-то тамбов, сука. Сидит. Я ничего не имею против, но хер ли вы тут вокруг нас собрались, да? Вот. Дальше у нас карта. Карта, подожди, что еще? Личный рейтинг. Загрузка. Что-то не загружается. Нет. А личных. Ну да, потому что я как бы и ни с кем не дрался. Гильдийный рейтинг. Нету отчета о битвах. Что у нас? Гильдия ни с кем не дралась. Тут еще, да, то есть тоже какие-то квесты надо проходить. Захватите 120 клеток ресурсов. То есть будут помимо общей награды, еще здесь будут награды за задания. Ну, то есть это хорошо. То есть, ну, награды есть. Да, то есть по поводу наград я бы не хотел бы видеть нытье
в комментариях, но меня касается, меня больше беспокоит именно геймплей. Ну что это? Так, ладно, допустим, подожди. У нас пачки. Надо собрать какие-то пачки, создать команду. Давай первую пачку создаем. Редактировать. Ну и давай, не знаю, там возьмем топовых моих героев, поставим. Я, как понимаю, тут сборка абсолютно, не имеет, по ходу говоря, значения. Давай, не знаю, вот так вот. А вообще, это сила, да, сколько? Главное, наверное, какая сила? Вот 16814. Допустим, мы берем его, убираем и ставим... Подожди, убрать, я сказал. И, так, 16697. Ну, как-то интересно. Подожди, 16697. Дай его 22. Поставить. А, нет, все-таки, смотри, как-то сила, да, там чередуется... За счет тех героев, кого ты ставишь, я вот думал, типа, чем прокачан героев поставишь, тем лучше. Ну ладно, сохраняем эту пачку и идем захватывать воду. А смотри, здесь вода уже захвачена. То есть, и вот куда мне идти? Здесь как вода тоже, тут уже войсы сидят. И опять же, я могу, конечно, там куда-то далеко долбануть, да, найти какую-то воду не захваченную. Они все захвачены, но опять же, мне туда надо как-то пройти, грубо говоря. То есть я, конечно, лоханулся из-за того, что я не начал сразу ночью бомбить в тот момент, когда локация только открылась. Потому что, посмотрите, все захвачено, и хрен ты куда-то вообще пройдешь. Захвачено. То есть я могу туда пойти, допустим? Нет, действие невозможно. Вы можете всегда атаковать только клетки, которые рядом. Да, но мне надо вот так вот протыркивать, понимаете? Мне надо вот так вот протыркивать. То есть, ну что, я могу теоретически вот до сюда как-то протыркнуться. Ну, тоже смотрите, какие по левелу вы захватываете херни. Ну давай, вот одну пачку я сюда отправляю и буду вот целиться на эту воду. Давай вот так вот. Ой. Высади, давай. Сколько ты? 8... Ты 8 минут будешь идти? Хорошо. Дальше, создаем вторую пачку. Опять же, я не могу дальше сюда пойти. Мне нужно ждать, пока моя первая пачка придет. Сейчас смотрите, да, тут уже что-то как-то как... Ну, то есть, баги не такие страшные, как были изначально, к примеру, на... Не были такие страшные, как поначалу это было на Тайване, что там вообще просто жесть, да. Здесь хотя бы ты протыркаешься немножко, ты начинаешь потихонечку... Видеть, что у тебя кто куда идет. Поселок номер один. Его тут уже кто-то захватил. Нам с хулиганами надо эти замки захватывать. Ну, не знаю, вот сегодня битва гильдии легкая. Я думаю... пройду битву гильдии по-быстрому и будем сидеть здесь уже ковыряться, смотреть вообще, что происходит. Ну, у меня реально проблемы. У меня реально проблема, а вообще надо было, не знаю, ну, Voice of Freedom тоже бесполезно. Ну, посмотрите, какая у нас тут заваруха. Да, вот Voice of Freedom поселок заняло, а мы как бы поселок еще не заняли. Ну, то есть, короче, я так понимаю, первый сезон для нас пройдет не самым лучшим способом. Во-первых, у нас какое-то место, мягко говоря, не прикольное. А во-вторых, многие игроки, наверное, просто дезморалятся, обламываются, когда они заходят, и они не понимают, что здесь происходит. Какие клетки захвачены, какие клетки не захвачены. Ну, с какого хера? То есть, реально. Ну, я даже сейчас вот, чтобы эту, ну, просто... Ну, вот, и сиди тыркай. Сиди реально тыркай. Ну, вот, что, я буду камень добывать, окей. У меня там пачка. 6 минут будет идти еще. Тут уже хулиганы. Но тут никого нету. Что это? Причем у меня все на максимуме. Прям реально вымораживает. Ну, вот если бы это все не глючило, вы прикиньте, как было бы интересно смотреть на эти движухи, которые здесь происходят. Так, как тут карта была? Вот у нас главный замок. Перейти. Так, где-то у нас тут имперский замок. Я так понимаю, его нужно захватывать. Но сюда еще никто не дошел. Посмотрите, здесь больше всего
ресурсов, и нам надо, по идее, в ту сторону продвигаться. Получится у нас, не получится, мы будем смотреть. Ну, то есть тут нужна активность реально всей гильдии. Но из-за того, что это все на самом деле глючит, это, конечно, определенным образом дизморалит. Вот, моя пачка тут идет. Идет еще, будет идти 5 минут. Ладно, ну давайте создадим вторую пачку. Создать команду. Так, редактировать. Я думаю, надо, конечно, еще до конца понять, как оно все работает, от чего тут зависит сила. Ну вот, у меня тут сейчас эта пачка получилась сильнее, чем та основная, теоретически. Да, и давай третью создадим. То есть, я думаю, тут как-то по силе это решается. В Castle Clash New Dawn там было очень много моментов. Ты помимо героев там ставил... ты там ставил юнитов. И то есть тебе под каждого героя нужно было подбирать своих юнитов, потому что, к примеру, там определенный вид юнитов хорошо сочетался с определенным видом героев. Да, и то есть пачка могла быть более эффективной. Тут, конечно, такого нету. Она как-то с одной стороны упрощена, но с другой стороны, там в Castle Clash New Dawn не было тоже этих замутов по поводу замков. Так, у меня там дочка вернулась с прогулки, что-то она капризничает. Возможно, вы даже это слышите. Вот, хулиганы. Тоже вода захвачена, да? То есть, ну что мне делать? Здесь уже Коза Ностра. Ну, это попробуй. Ну, у меня вот шанс идти только вот на эту вот. О, тут уже кто-то захватил. Да, кто-то захватил. То есть ему легко сейчас захватить вот эту воду. И вот что мне делать? А, то я могу теоретически сюда, наверное, пойти. Ну, не знаю, давайте вторую пачку сюда отправим. Потихоньку кто-то захватывает. Вот сюда я не могу пойти. А, или могу. Слушай, странно, а как, почему я могу? Тут же рядом у нас нету никаких клеток. Ладно, давай сюда третью. А, сейчас не могу. Слушай, очень-очень интересно это выглядит. А почему вот сюда могу? То есть, потому что здесь есть клетка. В принципе, я, значит, изначально лоханулся. Я мог вот так сделать и так вот. Ну, то есть, мне надо реально сейчас ждать. Пачку, блин, это капец. Ну, давай сюда третью отправлю. То есть, надо вот сидеть, вот так вот протыркивать. Господи, что за бред? Ну, тут ребята, да, тут грамотно многие взяли, захватили воду. Короче, это все очень сложно, но мы это, с этим разберемся, это будет все интересно. Не хочу никакие гайды записывать, потому что, во-первых, я могу где-то ошибиться. В-третьих, в принципе, тут как бы вам все описывали, да, ну, для начала воду, да, собирайте для того, чтобы пачки могли нормально путешествовать. Так, и чё, ну... Ну да, ждем. Давай, ладно, третью пачку сюда отправлю. Потом перезайду, буду смотреть, что как. Жесть. Сейчас эту воду, наверное, еще захватят. Буду бороться за воду. Что мне остается? Да, высадить. Погнали. А, так, видите, 169... Вот, было... Видите, я пачки отсылаю. У меня остается воды мало. То есть, ну, для начала мне как-то надо воду захватить. Ну, как бы... Сена, камней у меня достаточно. Ой, короче, интересно это все фигня. Ну, жалко, конечно, эти баги. Ну, тем не менее, конечно, не такие баги жесткие, как были изначально на Тайване, но они все равно есть. И, конечно, к разработчикам большие вопросы. Хорошо, а если я просто отсюда выйду и потом зайду на Арсера войны? Ах, блин, просто! Нет, я понимаю, если бы ты вышел, грубо говоря, из игры. Но даже когда ты просто с этой локации выходишь, у тебя все пропадает. Просто... Вот по-другому я вам... Кстати, и жаль, не видно ника, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, в Castle Clash New Dawn было видно ник чувака, противника, который куда-то прет. Ну вот пипец, вот сиди заново, протыркивай. Ну это ж не серьезно.
Ладно, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новой локации. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Пока вы будете смотреть это видео, знайте, что я уже пилю следующее. Всех целую. Всем спасибо за поддержку, кто досмотрел до конца. Прям красавчики. Вот, от души, душевно в душу. Чаушки, ребят. Ждем фикса от разработчиков.